да. Очень качественный. С хорошей подкруткой. Нико, Нико. Удар Нико, перекладина. Браво, перекладина. И вполне мог мяч залететь, если бы не руки Браво, да? Потому что перекладина скачала именно от них. Allison is back, and again he is defying belief with saves. The Liverpool have been given the opportunity by their goalkeeper. Now they have the chance. Делается передача на Джордана Шакири и удар мощный, который отражает Мануэ. Хорошая атака. Который опять. Лаутаро. Нет. Лаутаро опять. Как Лаутаро заиграл? Прежний Лаутаро вернулся на время. Да, это, конечно, очень плохо. Не успевает полузащитник итальянский Фабиан Руис. И Сталей перекладину, по-моему, зацепил. Нет? Или Доннарумма мяч отразил. Ну-ка. А похоже, все туда идут в штрафную, потому что будет угловой. А значит, Доннарумма. И правда. Этот чек. In it goes from Szoboszlai, and the header! It's just wide. Pushed wide by. Передача Кристанте, и здесь здорово, как разыграли. Надо забить! Надо забить! Ауар! Партнеры сейчас просто вот на блюдечке, ему здесь все. Сейчас Пакета, здорово. Передача не очень. Вот удар! Секейра! И Андрик с мячом делает подачу на Пакета, слишком сильную. Но подает момент! И Ливакович! Ливакович тащит герой чемпионата мира Катарского. В один протезе страхует. Нико подает хорошо на Педри и под перекладину бьет Педри. Низенький Педри головой чуть не забил. Доннарумма потащил. Какой выбор позиции. Смотрите, упустил Жоржиньо Педри. И вот сейчас момент. Это Сон один в один. И опять Ортега. Что он делает? Ну и вот как сбивает. Такой у него тоже есть. Навес. И еще раз. И Кобель тащит. И Кобель просто работает, играет. Фаджи. И что, еще работенка для Куртуа? Да! Да, да, да! Только я хотел подвести к тому, что как будто бы уместные разговоры о том, кто сыграет в Сенне. Айле Кран, ремонт Фербину, Сапатасо! Йелло по на мону до Димитрехи! La semana pasada, no hace un par de fechas, ¿no? Un par de días, de zurda clavó un remate, ¿te acordás en Almería? Гезебегович над стенкой, и Доннарумма прочитал, из-под перекладины мяч вытащил, но на угловой. Здесь мы, наверное, вспоминаем не только про Матвея Сафонова, но и про то, что Доннарумма – это лучший футболист. Последние минут пять с выходом из своей штрафной. Фоден и Викарио! Вот это спасение! Вот это спасение по гандбольному! Совершенно он здесь выбросился на... Maybe three goals. Викарио urged to shoot, and Kaminski making a good save there. Well, I said it's an opposition player. You recognize a player's stronger foot. Allo occuparsi nel convenio se la mette sul secondo palo per Ian. Che bravo Terracciano ad allungare le mani. Ecco il giocatore che porta dell'Atalanta. Arriva sul palo. Dacci Nip che l'ha messo fino a chi. Є можливість спробувати поворота. Save від Мануеля Нойера. І потім ще забирає м'яч до рук. Роман Єрем. Удар поворотом. Я уже говорил в первом тайме, что Рюдигер, когда ему скучно, начинает бить издали. И сейчас Антонио именно это и делает.
Он посмотрел на мяч. Мяч назад. Раум подает. Удар и вновь с мертвой буквально позиции выбивает мяч Робин Сентнер. И вновь очень плотный. Передача у Карима. Карим пойдет сам обыгрывать. Слева бьет в дальний верхом. Спасает Томаш Колбек. Подача в штрафную. Витак Муричи. И отбивает Айгер Сабол. Ника Вильямс. Теперь уже и ошибается. Атака Вестхэма. Удар. И Викарио спасает. Атака продолжается. Кудос. Now Elliot. And his effort! Well, that's a quite brilliant save from Jordan Pickford. It's a brilliant reaction from the England goalkeeper, it really is. And Beltran plays in the ball, the header on target. And that is a fine save from Luis Maximiano. He has denied Felt. В обороне все-таки есть, и перехват есть. И уже опасный момент Гиговичи. Доннарумма достает из угла. Не, 20-й номер это Харис Хайрадинович. Опять он рядом с нападающими. Так что, наверное, мы здесь поменяем наше представление о схеме сборной Боснии. Вот там, где он сам должен был доставить за удар Куртуа. Вот тут Куртуа потащил, но и удар из такой неочевидной, казалось бы, для удара позиции. Jump for it, and there's the chance. Oh, what a save by Henderson again. Liverpool's corner. Finish to reload for climax. That is some eyeball-to-eyeball stop from Onana. That is a fantastic save. Point blank range. И в атаке тем временем Камавинга. И Грегор Кобель выуживает мяч из девятки. Камавинга, я в лучшем клубе мира, сказал он полгода назад, давая интервью. И сейчас своей игрой... Со штанги у Аталанта. И вот здесь мяч катится. И добивание не дает Скальвини. Просто минута парадокс. Обвинетану, вей крузамету, Криштиану. Бону, бегол! А cabeçada de Cristiano Ronaldo no chão e o goleirão do Al Hilal faz a defesa. Mais nada. Quando o Júnior подача на дальний угол вратарский. Колен! Ромама! Вот это спасение от камерунца. Как реагировал он на, ну, подставленную во многом голову Лайла Фостера. Удар Джоша Каллена, кажется, из-за пределов штрафной подстраивается. А Хаверсу дальняя штанга, какой изящный пас! И сейвище Викарио! Что творит Викарио? Как он отбил мертвый мяч совершенно от Сака. Опять Хаверс очень здорово действительно открылся, обратите внимание. Имена. Так что играли немного. Де Брёйне бьет. Сельц. Браво, Макс. Браво. Потащил этот удар Кевина Де Брёйне. И один бит. О, это Гарначо! Это excellent save from Фодрингем. One that got away from Alejandro Garnacho. Opportunity was so good to Palmer. Lossy shift. Palmer goes for an Ortega save. Might have looked an easy save. That's a really good stop. It's a big start from Bretland, called into action big time here for the first time. Yeah, yes. Oh. Brilliant. Good save from Edmund. To divide into Militao, but the skill initially from Vinicius Sancho. Oh, that's dropped nicely. And Schlotterbeck fluffs his lines. And a clever pass from Mittelstädt, not just... kick that ball away and finally or suddenly they're on the... He's quick. He's very quick. He's through on goal and Thibaut Courtois with the biggest cheer of the day from the stands to the rescue. Oh,
Margaret. Ball now rolled to Enzo Fernandez. Takes a deflection and Muric tips it away. Well, we've seen Burnley time and time again this season create their own problems in their defensive third. Couple of chances. Олег Головин. Мягкий заброс. Удар поворотом спасает Манданда и растерян Висам Бенедер. Не ожидал, что так удобно ему мяч прилетит. Только забивай. Uče tohoto zápasu. Trefil se i proti Nis. Teď má šanci, jenomže Mandanda jeho penaltu chytá. Druhá neskutečná věc Mandandy proti Mbappému. Might just be something on for them here. Strike going towards the far corner and Petrovic really had to make a very smart stop there indeed. A brilliant pass from Muric. Штанга 20-ю пробивает в сезоне. Dove alza Rabiot ancora per Chiesa che prova a metterla al centro. Sbuca Vlahovic e Mandas riesce con un ottimo intervento di piede a salvare la formazione biancoceleste. Esulta come un matto. Il davanti è ritornato un po' come il primo, palla dentro per Nico González. Carne secchi ancora. Questa era un po' più centrale, un po' più facile. Passerà Atalanta. E ancora in corsa in questa Coppa Italia.